Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж ненавидит моего 21-летнего сына и пытается им манипулировать, считает, что мы должны жить отдельно. Говорит о том, что он ничего не делает, что должен скидываться на еду и что я выбрала сына. Я же никого не выбирала, да и сын относится к мужу очень лояльно. Все выглядит со стороны, как ревность одного ребенка к другому. Как это прекратить? Спрашивает автор. Вопрос. Анонимный. Пожелавший остаться анонимным. Автор вопрос. На самом деле, тут есть несколько вариантов ответа. Вот, я думаю, что все эти варианты постараюсь раскрыть. Вот, потому что есть вот в какой-то степени такой простой, ну, простой есть вариант, вот, есть вариант, как бы, ну, посложнее, есть вариант посложнее. Наш первый вариант это то, что если ваш муж ведет себя как ребенок, да, то, скорее всего, вы где-то сами ведете себя как, ну, как родитель. Вот. Это нужно признать. Вот. Это нужно понять. Это нужно заметить. Вот. И, в общем и целом, перестать вести себя как родитель. Ну, для вашего, условно говоря, мужа. Потому что вряд ли ваш супруг стал бы вести себя как ребенок, если бы вы ему этого не позволяли. Вот, раз вы ему позволяете это, то есть раз он ведет себя как ребенок, значит вы ему это позволяете. Соответственно, что-то в вашем поведении, ну, как бы мотивирует его на то, чтобы вести себя вот так, как он себя ведет, а именно как ребенок. Вот, никто ни в коем случае не говорит о том, что вы виноваты, да, то есть не надо думать, что ну, как бы, что, вот, ну, что мы пытаемся вас обвинить, что я пытаюсь, например, вас обвинить ни в коем случае. Вот, просто, ну, вот, проблема здесь заключается в том, что вам нужно менять свою модель поведения. Для того, чтобы было понятно, как, вообще говоря, эту модель поведения менять, для того, чтобы было, ну, как-то очевидно, как менять вам вашу модель поведения, нужна история отношений, ваших отношений, как бы с мужем, да? То есть нужно вот понять, что у вас с мужем общего, во-первых, ну, что вас объединяет, это первый момент. Второй момент, это что между вами общего, то есть какие у вас общие цели, есть ли они, что вас различает, то есть вот, понимаете ли вы, что есть какая-то разница в ценностях между вами и вашим, ну, супругом. И понимаете ли вы, что эти, ну, что эта разница ваша, она нормальна, что она абсолютно закономерна, что люди разные все, и вам нужно выработать какое-то отношение к тому, что
между вами разно. Потому что сейчас получается так, что вы ведете себя как ребенок, когда, условно говоря, снова и снова ждете, что ваш муж будет вести себя так, как хотите вы. Но он снова и снова будет вести себя так, как хочет он. Потому что он такой. И он в этом смысле не изменится. И это хорошо. Это хорошо, что он не изменится. Потому что это в какой-то степени говорит о том, что человек в себе уверен. А вам это может не нравиться. Вас это может, ну, как-то напрягать, вас это может раздражать, но таковы люди, и вы в чем-то наверняка с вашим мужем похожи, и это нормально. То есть ключевой момент здесь заключается в том, что вы выработали отношения к вашему мужу в целом. Сейчас, вот именно, на данный момент, все выглядит таким образом, все выглядит так, как будто бы вы не принимаете его. И это довольно печально. Довольно печально это замечать, довольно печально это видеть. Вот. Понятно, что вы не должны принимать какие-то вещи в нем. Если вам что-то не нравится в нем, вы не должны. Никто не говорит о том, что вы обязаны. Но если вы решили быть человеком, если вы решили находиться с человеком, то речь идет об ответственности, в первую очередь. Речь идет об ответственности, о вашей ответственности за это, а не о том, чтобы пытаться подстроить вашего мужа под что-то, да? Какие бы ценности у вас не были. Ваши ценности важны для вас, его ценности важны для него, и все. Даже если это ревность. Так что я бы сказал, что вам нужно научиться с уважением относиться к себе и с уважением относиться к вашему мужу. Здесь не идет речь о том, что он должен вас уважать. Он может вас уважать, а может вас не уважать. Здесь речь идет именно о том, что как вы к себе относитесь. Вот какая штука. Понимаете, да? Это важно. По-настоящему важно. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание. Вы говорите о том, что муж ненавидит вашего сына. Почему вы решили, что он его ненавидит? Ненависть чувство весьма сильное. Именно ненависть. Чувство весьма сильно. Почему вы считаете, что он его ненавидит? Когда это началось? В какой момент, период времени это началось? Началось ли это, там, допустим, сразу? То есть он сразу начал ненавидеть вашего сына, как только появился в вашей жизни, или он начал его ненавидеть после
ну, после какой-то ситуации, которая произошла. На мой взгляд, это очень важный момент. Я хотел бы, чтобы вы постарались это увидеть. Я хотел бы, чтобы вы постарались это заметить. Я хотел бы, чтобы вы постарались, ну, придать этому значение. Потому что, еще раз повторю, ненависть чувство сильно. Ненависть чувство очень сильно. И мне кажется, что лучший вариант для вас в этом контексте, лучший вариант для вас в этом аспекте, все-таки научиться видеть, ну, как бы, в вашем муже не только того, кто ненавидит, но и человек. Дальше. То, что касается сына. То, что касается сына и то, что касается, значит, ну вот, вот этого аспекта. Аспекта того, что, ну, как бы, нужно вот, по мнению, по мнению вашего мужа, как бы жить отдельно. Вот. Тут опять же многие вопросы к сыну, к взаимодействию. К взаимодействию между вами и сыном, во-первых, между мужем и вашим сыном. И там, и в том, как вы ведете себя. Потому что вполне вероятно, что какой-то из элементов поведения как раз таки и мотивирует вашего супруга думать о том, что ему есть к чему ревновать. Это неприятно, но это правда. Поэтому тут вопрос именно к вам в большей степени, чтобы вы как-то постарались в этом разобраться. Чего хочет сын? Чего хочет сын? Что ему нужно, вашему сыну? Чего хочет ваш сын глобально? Вот. Вы говорите, что сын относится к вашему мужу лояльно, это хорошо. Что он относится к нему лояльно, это здорово. Но этого ведь может быть недостаточно. То есть опять же здесь вопрос о том, да, какую модель поведения я выбираю по отношению к сыну и какую модель поведения я выбираю по отношению к своему мужу. Вот. Понимаете, да? То, что я чувствую по отношению к мужу и что я чувствую по отношению к сыну. Вот. На мой взгляд, ну, вы как-то выбрали своего мужа.
своего мужа, вы как-то выбрали мужчин? И также вы выбираете, как вести себя со своим сыном. Если посмотреть на ваши взаимоотношения с сыном, это довольно важный момент. Найдем ли мы там некоторые проблемы? Вот то, что меня интересует. Найдем ли мы там какие-то конфликты, противоречия? Понимаете, да? На мой взгляд, всему этому нужно уделить внимание. Чем больше, тем лучше. Если не уделять этому внимания, и если не быть готовой меняться самостоятельно, ну вот если вы не захотите меняться, то, скорее всего, все так и может остаться. Вот. Вы говорите, как это прекратить. И, на мой взгляд, вы говорите, как это прекратить из какого-то своего чувства. Вы говорите, как это прекратить из какого-то своего негативного чувства. То есть вы как бы сталкиваетесь здесь с каким-то своим негативным переживанием. Ну, например, это может быть негативное переживание, связанное с чувством вины. Допустим. А может быть чем-то еще. И на это нужно обратить внимание. На ваши чувства, на ваши эмоции, на ваши переживания. Как вы ощущаете этот момент? Как вы его чувствуете, этот момент? Какая я в этой ситуации? Да, вполне вероятно, что речь идет здесь о таком, знаете, треугольнике Гартмана, то есть где есть некоторые люди, например, ваш муж, сын, все чего-то от вас хотят, вот, все нуждаются в чем-то, а вы выступаете таким донором, возможно, пытаетесь быть для всех удобной. И не получается. Потому что для всех удобно быть нельзя. Нужно выбирать. Это то, что называется позицией. У вас пока непонятно. Пока непонятно, есть ли у вас позиция. Если да, то какая эта позиция? Если да, то как вы эту позицию, например, продвигаете? Ну, вы же как-то, наверное, свою позицию продвигаете. Я думаю, это очевидно. И вопрос заключается в том, как вы это делаете. Вопрос заключается в том, как вы продвигаете эту позицию, и продвигаете ли вы ее вообще. Вот. Или вы ждете чего-то, например,
со стороны вашего мужа или сына. Ждать можно. Можно ждать. Можно. Но к чему это приведет? На мой взгляд, на мой, ну вот такой, на мой скромный взгляд, это не приведет ни к чему хорошему. В том смысле, что, ну, приведет только к тому, что вы будете в какой-то степени постоянно разочаровываться. Вот. Потому что у всех, я имею в виду вашего мужа и вашего сына, свои взгляды на то, как вот в целом, как в принципе, ну, должны ну, развиваться какие-то отношения, как это все должно протекать. И не всегда этот аспект складывается так, как лучше для человека. Например, если ваш, ну, если ваш сын, допустим, привык, к примеру, жить с вами, то вряд ли он захочет уйти. А если ваш муж, ну, не хочет, в силу ряда причин, ну, кормить взрослого ребенка, вот, если он считает, что человек должен сам себя обеспечивать, то это означает, что он такая его ценность. И я бы сказал, что с этим, ну, не нужно прямо бороться. Ну, потому что борьба, она вообще никому никогда не помогает, она только усиливает конфликты, усиливает какие-то противоречия, вот. И, в общем-то, все. Поэтому мне кажется, что вам здесь нужно подходить к ситуации с точки зрения того, чего вы хотите, например, для себя. Вам нужно подходить к этой ситуации с точки зрения того, чего вы хотите для своего мужа, например. Вы же хотите чего-то для него? Я уверен, что хотите. Вы хотите чего-то для сына. И это тоже более чем понятно и более чем очевидно. Вопрос заключается в том, как вы это реализовываете. Двигает ли это то, чего вы хотите, например, для своего сына, вашего сына на самом деле к этому? Понимаете? Потому что очень может быть, что не двигает. Очень может быть, что не получается. Очень может быть, что сына вашего, ну, форма того, как вы двигаете его к тому, что вы для него хотите, только лишь отдаляет. Тут, конечно, вам потребуется что-то вроде мужества. Мужество признать,
то вы можете ошибаться. Мужество признать, что вы можете быть неправы. Мужество признать, что какие-то ваши действия ну, оборачиваются совсем не тем, что вы хотите. И чтобы начать меняться. В этом вам поможет, конечно, психолог. Вообще, идеальным вариантом, на мой взгляд, было бы для вас вместе с мужем обратиться к психологу для того, чтобы лучше понять себя, лучше понять его, лучше понять то, что хочет. Может быть, лучше понять историю друг друга. Люди часто недооценивают это. Вспомнить, кто вы друг для друга. Вспомнить, как вы видели себя. И увидеть, когда все начало меняться. Именно поэтому я говорил о том, что история, ну вот ваша история, история ваших отношений так важна. Я не шутил, когда об этом говорил. И это не просто слова. История действительно важна. Честно, они не знают почти ничего. Мы не знаем, что связывает вас с мужем, что связывает вас с сыном, какие отношения и в курсе ли вообще муж, ну, ваш, да, в курсе ли он вообще вот, ну, того, что происходит, того, что, например, нужно вашему сыну или того, что нужно, например, вам. Мы этого ничего не знаем. А это крайне важная ситуация. Это крайне важный момент. Понимаете, да? Вот. Поэтому какой-то вот такой ответ я хотел бы вам сейчас дать. В надежде на то, что вы сможете увидеть в этом что-то для себя. Увидеть и решить, как дальше я буду действовать. Увидеть и решить, как дальше я хочу ну, действовать. Потому что это все напрямую касается вашей семьи. На этом все. Я надеюсь, что вам понравился мой ответ. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.
Обращайтесь за помощью, желательно вместе с вашим мужем. Так будет наиболее эффективным, это будет наиболее эффективной формой работы. Вот. И поможет вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи вам!